Добрый день, меня зовут Анастасия, я стилист сети магазинов Пепла. Сегодня мы с Иваном хотим показать вам несколько образов, в чем пойти на корпоратив, встретить Новый год или просто провести праздники в кругу семьи. Первый образ, с которого хочется начать, достаточно расслабленный, но в то же время интересный. Здесь мы сочетаем несколько принтов, объединенных одним цветом. И если добавить аксессуары, в таком комплекте уже можно пойти на корпоратив. Лаконичный и строгий образ. Мне кажется, изюминка данного комплекта именно в интересном цвете костюма. Я его сочетаю с черной сорочкой. Мне кажется, это очень символично выбрать подобный образ для свидания в преддверии Нового года черного кролика. Идеальный праздничный выбор – это, конечно, костюм тройка. Всегда смотрится элегантно и статусно. Еще это очень функционально. Можно прийти на вечер в полном комплекте и в течение праздника уже снять пиджак и остаться в удобном жилете. Какой цвет у вас ассоциируется с Новым годом? Ну, конечно, красный. Подобный джемпер рекомендуем вам выбрать, если планируете встречать Новый год, например, за городом. Также отличный выбор будет вельветовые брюки. Хорошо подходят на холодное время года. А бомбер использовать как стилеобразующий элемент. Многие из нас предпочитают встречать Новый год в кругу семьи, и уже яркие образы будут не совсем уместны. А вот комфортный лаконичный комплект в виде лонгслива и спортивных брюк точно придутся по вкусу любителям базовых образов. Но не забываем добавлять цвет в виде контрастного шарфа и интересных носков. Если вы предпочитаете встречать Новый год не в шумной компании, предлагаю присмотреться к комплекту в пижамном стиле, состоящий из комфортной футболки и удобных шорт. Яркая пижама точно подарит вам праздничное настроение и сохранит такой ценный домашний уют. И мы будем ждать вас за новогодними образами в сети магазинов Пеплос.